Да, дуда, плей. Всем привет, дорогие друзья! И мы продолжаем играть в игру под названием Майнкрафт. И у нас, конечно, вторая серия Скайблока. Так, ну что ж, мы построили такую тропиночку небольшую к нашему домику, да, в первой части. И во второй части мы хотим построить домик к... Ой, домик, говорю. Дорожку к вот этому, значит, домику. Так, у нас здесь есть так называемое дерево. Мы его сейчас аккуратненько срубим. Так, и получим древесину. Так, ну, я еще хочу, знаешь, что сделать? Так, убрать здесь эту всю канитель, листья вот эти все. Яблочко будем убирать. Так, чтобы выпало дерево. Дерево выпадет, и мы... О, есть, где? Так, она, вот я его схватил, хорошо. Так, немножко сейчас еще подобываем, вдруг еще будет у нас саженец. Так, что-то нету ни саженца, ничего. Но это не страшно. О, есть еще второй саженец, отлично. Так, этот саженец я хочу посадить, знаешь, куда? Я хочу вот возле домика. Ой, подожди. Откуда там скелет? А ну-ка, быстренько забежим. Нет, нет, не стреляй, пожалуйста. Иди отсюда. Падай. Есть. Так, ты мне нафиг не нужен. Подожди, я в домик забежал. Все. Сиди там. Эх, я сейчас посплю. А, вы не можете уснуть, пока есть рядом монстры. Так, ладно, заходи. Так, мы тебя сейчас... Киркой сейчас мы тебя стукнем. И убьем. Давай, вот есть, отлично. И теперь спим. Спокойненько сейчас поспим. Эх, минутку. Так, все. Хорошо, наступил день, утро. О, нет. Подожди. Ой. Мне не нужен здесь крипер, чтобы он здесь все подорвал. Так, а ну-ка. Отходим сюда. Так. И мы сейчас здесь попробуем дерево это вырастить. О, есть, отлично. Так, хорошо. Угу. Так, сейчас мы его срубим. Так. Ты не иди сюда, ты не... Да не иди же сюда. Ты зачем тут сейчас меня все взорвешь, гад? Так, смотри, ну как он здесь появился? Ты мне мешаешь, подожди, алло. Да ты мне мешаешь. Да ты мне сейчас все взорвешь здесь. Так, я сейчас быстренько дерево добуду. Где он? А, сейчас быстренько соберемся. Так. Ладненько, сейчас быстро свалим отсюда. Так. Вот он ходит, гуляет, смотри, а. Вот гад. А ну-ка, может, мы его сейчас, может, сюда подойдет? Во, идет, отлично. Иди сюда. Ой-ой-ой. Ты мне сейчас все взорвешь здесь. Иди. Ой, не взорвался. Гад. Зачем я его сюда позвал? Нет. Пожалуйста, не взрывайся там. Так, сейчас отойдем. Ой, зря, конечно, я его туда подозвал. Сделаем, знаешь, как? Так, мы сейчас сюда пока немножечко построим путь. Так. Ладно. Ничего страшного. У меня много досок есть. Вот, 46 штук. Так, ну мы сейчас сюда построим. Так, значит, сделаем так. Подожди, почему? Так, строим, прыгаем. Так, подходим. Так. Опля. Так, вот в скайблоке крипер. Он нафиг не нужен здесь. Так. Аккуратненько, сейчас мы сейчас достроим, подожди. Есть. Так, и все, и сейчас здесь, сюда
Сделаем такую тропинку. О, отлично. А здесь у нас есть портал. Портал еще не застроенный. Так, эндерменов нет. Так, будем ждать, пока не заспаунится. Так, ну мы сейчас этот самый... что у нас здесь получается? Этот песочек сейчас добудем. Так, как он там называется? Эндерняк. Вот, эндерняк сейчас добудем. О, замечательно. Его здесь много. Так, мы как раз сейчас добудем немножечко его. И построим тропинку к тому, значит, острову. Так. О, отлично, не падай. Не падай вниз, не надо. Упал, что ли? Так, не надо падать. Опа. Так, сейчас все это уберем здесь. Аккуратненько. Отлично, не упал. Так, споймал. Так, хорошо. Есть. Услышал я звук. Так, ну и здесь немножечко сейчас уберем. Так, хорошо. Так. Что-то я поспешил. Так, ну все. Так, нет, здесь еще сейчас уберем. Хорошо. Сколько мы сейчас его уже набрали? Ой, сейчас посмотрю. А, 33 штуки, нормально. Нормально. Так. Так, сейчас еще немножечко здесь подкопаю, чтобы у меня было побольше его. Эх, скоро кирка сломается. Так, хорошо. Главное мне, чтобы крипер там ничего не взорвал. Потому что у меня и так земли мало. Где он там? А, смотри, исчез. Его нету? А куда он? А куда делся крипер? Смотри, крипера нету. Ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты. Хорошо. Так. У меня, значит, костяной муки уже нет. Посмотри, нету. Ладно. Так. Ладно, сейчас мы тогда будем строить. Значит, куда? Сюда? Или сюда? Ну, давай я буду строить, например, вот сюда. Тут много камня. Там много камня, и как раз мне камень пригодится. Так, доски нет, я вот эту штуку буду. Эндерняк использовать. Так, а в принципе, почему? Ну, давай здесь, да, ладно. Будем отсюда строить, хорошо. Так. Ну что ж, строим, поехали строить. Так, хорошо. Эх, сейчас построим быстренько и посмотрим, что там интересно есть. Так, у нас скоро, ну, может, скоро, конечно, но наступит ночь. И появятся всякие зомбаки. А у меня нет меча еще пока. Ну, я буду надеяться, что там я добуду железо. И из железа сделаю себе нормальный железный меч. Так, а ну-ка. О, да тут еще золото есть, круто. Так, а ну-ка, что уже... Я могу сюда построить, в принципе, и сюда. Так, хорошо. Строим в эту сторону. 12 блоков. Я не знаю, хватит или нет. Но у меня еще есть дерево. Поэтому я не переживаю. Так. Все, последний. Так, немножко не хватило. Так, ну ничего страшного. Дубовые доски у меня есть. Хорошо. Строим, строим, строим. И сейчас мы построим нашу дорогу. Опа, все. О, нифига себе. Так, сейчас сделаю, знаешь, как вот так вот. Немножечко здесь. Чтобы я не свалился. Так, ну что ж. Так, давай. Добываем. О, уголек тоже мне пригодится. Так, хорошо. Так. Уголь. Вещь очень нужна. Так, а табличка? Что же здесь на ней написано? Давай посмотрим. Так, каменный уровень, камень. А тут золотой уровень, так, замечательно. А, iron level, это железный уровень. Так, а это у нас получается тоже очень хороший камень. Так, ну, я пока добуду железо, смотри. Есть. Так. Так, ну что-то мало его, смотри, совсем железа очень мало. Хотя, в принципе, сейчас мы покопаем немножечко и найдем. Так.
Вот, смотри, еще железо. Ой, нет, упало! Да как так? Очень. Это тоже упадет, что ли? Подожди. Да! А как же мне тебя добыть-то? Слушай, а? Так, а ну-ка. Сейчас я подумаю, как добыть-то его. Так, интересно. Ну давай, мы знаешь, что сделаем? О, спасибо. Спасибо. Сломалось. Так, мы сейчас сделаем вот сюда. Вот так вот. Пониже. Оп. А нет, это не пониже. Вот так вот пониже. Так, ладно, сейчас мы сделаем кое-что. Есть. Так, а здесь мне нужно будет вот этот топор использовать. Ай, упало. Ну ладно. Ничего страшного. Мне нужно подобраться к железу. Так. Так, а теперь подходим близко-близко и копаем. Так, ладно, сейчас мы сделаем. Подожди, да я здесь сделаю сейчас верстак. Есть. Так. Сейчас мы его сюда сейчас поставим, чтобы не упал. Так, берем, мне нужны палочки. Так, хорошо. И сейчас сделаем кирку, эту самую, не железную, а каменную. Так, раз и два. Так. И топор, в принципе, у меня есть. Зачем мне топор? Ладно, еще кирку сделаю одну. В принципе, нормально. Так, все, теперь аккуратненько подходим поближе. Оп, и забрали. Все. Все замечательно. Так, ну, здесь мы поставим дубовую доску. Так. Сколько у меня? 6. 6 железной руды. Все равно мало, конечно. Ну, смотри, здесь блоков много у золота, а у металла вообще мало. Угу. Печаль. Печаль. Так, ладно, сейчас соберем. А, нет, смотри, еще есть. Так, по этой же технологии работаем. Так. Убираем здесь. Так, и где у меня? Вот они, железо. Так. Мне наступила ночь, смотри. Так, мне сейчас нужно поспать срочно. Чтобы зомбаков не было. Так, идем сюда. Так, здесь сделаем такую конторочку, чтобы можно было так быстро раз. И все это дело уменьшить. Так, у меня есть кровать. Кровать я сейчас сюда поставлю. И посплю немножечко. Над пропастью. Как-то она встала, кровать. Надеюсь, я не упаду. О, нет, все рядышком. Так, хорошо. Да, а, смотри, там уже появились всякие зомбаки. Скелетик. Так, и крипер. Ну, крипер, в принципе, мне пригодится. Сейчас он мне там все подзорвет. Так, а ну-ка, аккуратненько. А главное, чтобы он на золоте не взорвался, гад. Смотри, куда идет, а? А ну, ладно, давай здесь взорвись. Ох, нифига! Меня выкинуло, офигеть, от удара. Давай быстрее посмотрим, что там случилось. Нифига себе, он меня подкинул, а, гад. Я думал почему-то, что я останусь живых. Думал, мне много сердец. Так, все, нормально. Хорошо, а где здесь у нас, что он нам оставил-то, а? Друг-то наш сердечный. Нет, я думал, косточки он оставит. Ну ладно, стрелы тоже пригодятся. Так, тут ничего интересного нет. Так, ладно, сюда заходим. Так. Так, я здесь хотел этот достроить. Подожди, я сразу здесь дострою уже, ладно. Так. Есть. Ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты. Так, а ну-ка, попробую. Сюда поставим блочек. И сюда. Так, все.
И сейчас попробуем достать вот это железо. Опа! Есть! Есть, отлично. Так, побольше нам нужно железа. И сейчас посмотрим. Вот еще железо есть, да? Но у нас такая же тоже проблема. Вот у нас пропасть там есть. Так, ну и сейчас мы быстренько вот здесь все закроем. И добудем вот этот слиток. Давай, быстрее. Опа! Есть, поймал, нет? Да, посмотрим. Нет, ничего, вроде бы споймал. Так, и здесь закроем. Так, в принципе, с железом мы разобрались. Сейчас еще посмотрим здесь. Нормально, здесь сейчас уберем. Так, ну здесь, в принципе, и не может быть его. Ну ладно. Так, хорошо, с железом мы разобрались. Мы сейчас пойдем его натопим. Возьмем угля. Так. Хорошо. Так, там пропасть будет или нет? А, нет, нормально. Так. Ух ты. А тут что за подземелье такое? Так, сейчас мы соберем здесь побольше угля. Мы сейчас будем топить железо, плавить, да, руду. Так. Хорошо. Угля у нас много. Мы наделаем еще много факелов, свечек. Опа. Хорошо. Мы здесь все освещение сделаем, чтобы они не появлялись. Ну, думаю, на одном острове можно оставить, чтобы они все-таки появлялись, и мы что-нибудь да, делали интересное, добывали. Да? Так. У меня же там получается. Да. Возле домика у меня там есть, где можно будет руду эту расплавить. Так, сейчас зайдем сюда, посмотрим. Да, вот у нас печи. Две печи осталось. Так. Сюда. И уголь. А вот сюда. Отлично. Так. Ух ты, у меня один алмаз есть, да? Обсидиан, две штуки. Ну, это у меня... Обсидиана мало, две штуки. Мне нужно еще... А где же мне взять-то... Алмазов-то, а? Где мне алмазов-то взять? Один алмаз только. Да. Интересно, тут ничего не попадало. Так, сейчас попробуем. Опа, есть. Есть саженец, хорошо. Мы его посадим, например, вот сюда. Вот так вот. Может вырастет, а может быть и нет. Так, а этот саженец мы сейчас сюда посадим. Так. Знаешь куда? Вот сюда. Так, все. А это сейчас мы уберем, чтобы оно не мешало расти. Вот еще одно дерево. Но почему-то, сейчас я проверю, посмотрю, подожду немножко. Мне интересно, будут расти, нет, деревья. Так. Может еще какой-нибудь саженец выпадет, не знаю, сейчас посмотрим. Так, ладно, ничего не выпадает. Ну что ж, ну ладненько. О, есть, выпал один. Так, мы его посадим куда-нибудь в этом месте. В этом месте мы поставим... О, здесь смотри, сколько много места. Так, здесь мы поставим вот одно дерево, и здесь вот второе. Так, хорошо. Ну, пока можно будет еще поспать. Так, ну что ж, дорогие друзья, спасибо за просмотр. И на этом, наверное, мы будем сегодня заканчивать серию. Если вам понравилось прохождение, то подписывайся на канал, ставь лайк. Если все понравилось, все хорошо, все, всем пока-пока. С вами был Макс.